Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қазақ елім, қазақ жерім. Қазақстандыққа бәріне иншаллах сәлем. Мен негіз қазір Медина қаласында, құлшылықтан ұмыраға келгем, Аллахтың қалауымен. Сол Қордайдағы жағдайға шығып сөйлеткен себебім сол. Көп нәрсе айтылды, көп нәрсе істелді, көп нәрсе болды. Негізі көп нәрселер маған жазылды, Инстаграмға жазылды, былай да жазылды. Мен көп шықпай тұрдым, мен ақта Аллах құлшылық сөйтіп намаз оқып, иншаллах фитна араласпайын деп. Аллахтың қалауымен маған видеолар жіберді, дүнгені звондады, Қырғызстаннан үйтті, сүйтті, бүйтті, дүнгені көтерді, басқа нәрселерді қылды деп. Сол көп нәрселерді мен қарадым, иншаллах кім шынымен қайықта ақиқат, қайықта өтірік болатқанын. Енді иншаллах мен қазір орысша айтайын, тұрғандарға да жетсін, басқа ұлттарға да, халықтарымызға жетсін иншаллах. Тот дунганин, которого мне прислали на видео, сказали, что примерно, что он дал там дух дунганина, что дунгани там начали блатовать то, что там в Масанчи, начали казахов обижать, трогать там. Я начал аккуратно это все узнавать, насколько это достоверно, насколько это недостоверно. Потому что как-никак это моя земля, моя страна, мой народ. Тот дунганин, который на видео говорит, там видео распространилось, якобы там говорит, я там того сделал, киргизов так сделаю, то третье, я один дунганин. Это видео три месяца назад было. Я позвонил в Киргизию, в лагеря, в зоны, узнал. Это душевный больной человек. Его переломали, в гарем загнали. Это петух чистой воды. Он никто, и зовут его никак, он вообще никто. Кто поймет, он меня поймет, о чем я говорю. Второй вопрос, касаемо того же беспредела, что случилось в Хордае. Тот беспредел, который случился в Хордае, я в первую очередь хочу сказать дунганам, их старейшинам, что в первую очередь это их неправильная политика, которую они объясняли своей молодежи. Они должны были объяснить своей молодежи то, что по-любому номинальная нация, коренная нация, это казахи, что должны быть уважение, что молодежь должна правильно к этому подходить. Но я хочу еще сказать своему народу, своей земле, своим землякам, что да, альхамдулиллях, хорошо, что все собрались, что есть истина, кто патриоты, кто истинно за казахов пришел, кто истинно за честь, достоинство задетое пришел, да? Но в первую очередь мы должны смотреть через призму справедливости. Если 10-15 человек побили Ахсахала, сломали ему хребет, надо было переломать этих 10-15 человек так жестко, как они это сделали. Или даже хуже, чтобы другим не было, неповадно было. Но в любом народе есть плохие, и в любом народе есть хорошие. Так же, как и у нас, у казахов, есть хорошие и плохие, и у казахов есть педофилы, и у дунган есть, и у казахов есть алкоголики, и у дунган есть, и у нас мусульмане. Но в этой ситуации пострадали невинные люди, много, которые не при делах, которые живут в Казахстане, которые даже куда бы катен, Казанберген, Басхадунгандер, куп. Которые уже родственники вместе с казахами, они пострадали, их не дома, их не имущество пострадали. Это уже злом. Мы уподобились китайцам. Почему китайцы мучают казахов, уйгуров? Потому что их меньшинство, они хотят, что делают, то и хотят, то и делают. Мы китайцы, мы диктуем. Мы не такая нация. Мы нация, которая будет, иншаллах, на справедливости. В первую очередь на исламе. Потому что мы мусульмане. Потом, да, потом мы любим свой, я люблю, клянусь Аллахом, свой народ люблю, клянусь Аллахом, я люблю Казахстан. Но я, в первую очередь, мусульманин. Мусульман, бринчи. Канча болды, канча нерсе болды, фитнадан, не ватер. Сейчас ко мне звонят, с Чу звонят, курды звонят, турки звонят, там приходят, там говорят, и с вами так поступим, и с вами так сделаем. Под шумок какие-то провокаторы, которые хотят свои выгоды делать. Деньги просят, там, говорят, вы нам деньги дадите, мы вас бить не будем, трогать не будем. У кого-то свои какие-то личные вещи, которые используют национализм для того, чтобы сделать свои цели. Клянусь Аллахом, тот, кто использует это, инша Аллах, я сам с ним со всех спрошу и жестко спрошу. Инша Аллах. Второе, в первую очередь, почему получается, что в Хордае среди наших казахов нету достойных дерзких батыров, которые держали баул, которые бы все знали, что они придут, чтобы
по справедливости решит. Из-за этого хочу тоже обратиться ко всем и к нашим властям хочу обратиться, чтобы не закрывали достойных дерзких пацанов, таких достойных батыров казахских, которые могут решить этот вопрос, которые этот конфликт могут решить одним, сказать, кто виноват с этих Дунганов. 10-15 человек пришли, по справедливости решили. Есть вопросы, которые решаются по улице, есть вопросы, которые решаются на основании закона. Я согласен. Я призываю свой народ не быть националистами, не делать зулум, а быть истинными, истинными патриотами, истинно любить свою родину. Да, когда придет враг извне, тогда умрите, покажите, насколько вы достойный, сильный народ, что вы любите свою страну, любите свой Казахстан. Но не так, на кого у вас хватило силы, что мы их будем бить, убивать, что хотим, то и делать. Это неправильно. Я против этого, по воле Аллаха. Альхамду лилляхи роббиль алямин. А те, которые, астагфирулла, провокаторы, интернетные герои, батыры беспонтовые, которые там сидят, пишут, там, ахархи, а в оконцовке на стороне остаются. Аузу биллях, побойтесь Аллаха, когда вы такую фитну делаете. Касаемо меня, хотите спросить, по воле Аллаха, я не могу сейчас заехать в Казахстан. Есть моменты, по которым меня не пускают в Казахстан. Но, альхамдулилля, я всей душой и сердцем болею за Казахстан. Потому что это моя земля, моя родина. Хоть я сам много что видел. Я и в лагерях сидел, и в тюрьмах, и тоже много зулума видел. Но я не огорчился на свою землю, на свою страну. Я столько видел казахов, мразей, которые делают такие вещи, которые другие народы мне не делали. Но я не стал врагом казахам. Я говорю, мы нация, которая должна показать, что мы справедливы ко всем. Что мы многонациональная нация, что мы в мире живем. И мы должны объединиться и быть все вместе. Всем другим народам хочу сказать, это касается всех, кто же проживает в Казахстане. Я прошу вас уважать номинальную нацию казахов, которую мы там живем, коренную нацию. Объясняйте своей молодежи, чтобы не было во избежание этой фитны. Пусть будут старейшины, которые будут объяснять среди, пусть турков, старейшины среди курдов, среди других национальностей. Пусть будут старейшины среди казахов, которые эти вопросы будут решать. Иншаллах. И пусть наша молодежь будет сильными, достойными, справедливыми и верующими людьми. Тогда будет все правильно. Альхамдулилля. Иншаллах, я на этом хочу ограничиться. Я желаю, чтобы наш Казахстан, наша страна, наша земля была единой. Чтобы не было у нас фитны. Чтобы те провокаторы, которые хотят это использовать в своих интересах, чтобы у них это не получилось. Иншаллах. Я думаю, с милостью Аллаха я заеду в Казахстан. И все, кто хочет сказать мне, пусть мне скажет в лицо. А тот, кто в лицо мне не может сказать, пусть лучше один юбку. Иншаллах. А так, казах елім, казах жерім, бірге болыңдар. Фитнаны тоқтаңдар. Иншаллах, ақиқатпен жүріңдер. Аллахтан қорқыңдар. Бәріміз ерте болсын, кеш болсын, Аллахтың алдынан барамыз. Сол үшін біз Аллахтан қорқып, иншаллах, мейірімді халық болайық. Бәріне ассаламу алейкум, рахматуллахи, баракатух. Кешірімді болайық.